В этом году, получается, ровно 20 лет, как началась вот эта олимпиадная традиция. То есть началось это все у нас в декабре 1999 года. Но у нас приезжает, как обычно, достаточно большое количество студентов с разных вузов страны. Первый день мы пишем эссе, значит, будет тема, посвященная определенным событиям истории, с таким небольшим, как говорится, философским подтекстом, и два очень интересных конкурса. Это историческая травести, то есть там будет, соответственно, текст, зашифрованы будут имена, фамилии, названия, ну, на каких-то мультяшных героев или еще чего-то. Их нужно будет все разобрать. И будет интернет, соответственно, тестирование. Рудит Лапио. 30 вопросов по одному ответу.